папка ОЖКТ, это с иностранной учебы в Канаде. Я, видите, у меня куча слайдов разных есть. Также, чтобы не быть голословной, порылась на подмет. Вот про хеликобактер пилори, про паразитов вам пару статей подобрала, подборку Олеси Алфасана. Ну, в общем, сегодня поболтаем на тему желудочно-кишечного тракта и некоторых нюансов, связанных с этим, и почему именно состояние работы желудочно-кишечного тракта необходимо учитывать, ну, чуть ли не в первую очередь при наличии каких-либо у вас жалоб на здоровье. Я подчеркну, что моя основная специализация – это все-таки эндокринология. Поэтому, скажем так, хоть я и подбираю какую-либо терапию через призму нормализации работы желудочно-кишечного тракта, я не лечу характерные для узкой специальности заболевания. То есть я никогда не скажу, что я вылечу неспецифический язвенный колит, болезнь Крона и прочие такие довольно-таки серьезные заболевания, которые должен лечить узкий специалист. Более того, я никогда не позволю себе вмешиваться в лечение, аллопатическое лечение, то есть когда назначены серьезные лекарственные препараты, но я могу быть в помощь пациенту и его лечащему доктору по подбору какой-то питательной стратегии, по подбору питания, по подбору нутрицептической какой-то коррекции, если выявлены какие-то дефицитарные состояния у пациента, и это будет в помощь терапии. Бывает ли при этом, что человек уходит в ремиссию? Да, бывает. Бывает ли, что это только облегчит состояние, но человек останется на специализированной узконазначенной терапии гастроэнтерологом? Да, тоже бывает. Эфир планировала. Сегодня очень хотела пригласить Иру Потянову, но так как у нее там мероприятие, у ее ребенка не получилось. А вообще очень хотелось провести такой совместный прямой эфир с очень хорошим гастроэнтерологом, интегративным гастроэнтерологом Ирой. Мы с ней дружим, общаемся, и я думаю, как-нибудь, если эфир вам понравится, обязательно мы с вами проведем его, можно сказать, втроем. Я, Ирина и моя, то есть аудитория, то есть вы. Ну что, начнем с первого вопроса, который я сегодня заявила, о чем мы будем говорить. Я считаю, что вопрос заявлен следующим образом. Почему лечение любого заболевания необходимо начинать с нормализации работы желудочно-кишечного тракта? Я уже показывала на прошлом эфире свою вот такую любимую табличку. Вот, смотрите. Она на двух страницах. Смотрите, вот каскад вот таких формул. Это все биохимические реакции, которые проистекают внутри нас. И что я хочу сказать, что все вот эти... Ребят, у меня что-то было насчет того, что эфир приостанавливался. Помашите мне или какие... Вот давайте вот эти ладошечки. Помашите, что все работает. Или напишите мне, что все заработало. Все работает. Вроде бы все супер. Продолжаю мысль, то, что мы представляем собой, если рассматривать нас через призму биохимии и физиологии, каскад определенных биохимических реакций. Любая биохимическая реакция требует для себя наличия определенных ферментов. Ферменты, они должны быть активны. И чтобы они были активны, нам необходимы так называемые кофакторы. Кофакторы – это всем вам известные витамины и микроэлементы. И, соответственно,
Если мы с вами не будем получать вот эти витамины и микроэлементы, неважно откуда, из еды, из дополнительно назначенных нутрицептиков, откуда-либо, вот, говорить о полноценности нашей биохимии речи, ну, не приходится вести. И, соответственно, для того, чтобы вот это все происходило, мы должны это все хозяйство усваивать. Либо вы едите качественную еду, о качественной еде сломлено не одно копье о качестве современной еды, но тем не менее я продолжаю утверждать, мне часто спрашивают, что Катя, что делать, я в неврозе, еды нормальной нет, все отвратительного качества, все напичкано антибиотиками, и пестицидами и прочим, и прочим. Просят отключить комментарий. Ну, давайте отключим. И что я говорила? Сбилась. Я говорила про то, что для реализации работы нашей внутренней, нам необходимы кофакторы для ферментных реакций. И это являются наши витамины и микроэлементы различные. И получается, чтобы нам их получить, нам нужно хорошо и качественно питаться. Вот. И как раз я сначала вспомнила, о чем я хотела сказать, что многие сетуют на качество еды, которое в нашем современном мире, особенно в Российской Федерации, есть. Что, ну, не очень... Я согласна. Я с этим фактом согласна, но что я хочу сказать, что даже довольствуясь лучшим из худшего, удается достичь очень хороших результатов у моих пациентов. Поэтому самое главное, почему я веду речь про желудочно-кишечный тракт. Не просто есть хорошую качественную еду, не просто пить вот эти баночки, огромное количество, как нас любят обвинить, то, что мы бодолюбы, бодофилы и так далее, и так далее. И это, кстати, не безосновательные эти обвинения, потому что многие люди пьют вот эти баночки и не получают эффекта совершенно. Действительно делают золотую мочу, как дразнят, есть такая дразнилка известная, и тратят огромные, некоторые БАДы действительно стоят дорого, вот, большие средства, и не получает эффекта. Корень проблемы в неадекватной работе желудочно-кишечного тракта. Недостаточно есть великолепную качественную еду, недостаточно пить баночки. Вам важно это все хозяйство усваивать. А усваивать вы можете это в нормальной, работающей желудочно-кишечной системе. Вот, поэтому я считаю, вот все мои программы, они выстроены вокруг моделирования вот этой идеальной модели пищеварения. Все это выстроено на основе известной вам, запатентованной в Америке системе программе 4R. Сейчас даже есть понятие уже 5R. Пятое R – это ребаланс, и я интуитивно не знала, что есть вот этот ребаланс, но всегда включаю в свои программы именно эти пункты. Поговорим об этом немножечко попозже. А так, вот это 4R-программа, которая именно и предназначена для моделирования вот этой идеальной модели пищеварения, для того, чтобы все, что вы клали в рот, усваивалось. И только тогда, вы можете получить эффект от приема витаминов и микроэлементов и от той еды, которую вы употребляете. Безусловно, и в этом отношении работа желудочно-кишечного тракта, она начинается на самом деле, некоторые говорят, во рту. Нет. Первые этапы – это так называемый цефалический этап пищеварения. В мозгах у нас начинается пищеварение, то есть то, когда мы видим еду, чувствуем еду, осязаем еду, запахи вот эти ощущаем.
это уже запускает определенный каскад биохимии внутри нас на усвоение, на подготовку к усвоению вот этих питательных веществ. Вот, поэтому все, что сопутствует трапезе, очень и очень важно. Я прошу своих пациентов, и иногда в эфирах это говорю, что когда вы едите, пожалуйста, уберите гаджеты, не отвлекайтесь, сервируйте красиво стол. Глаз должен радоваться, пусть это будет оформлено красиво. Далее старайтесь обязательно замедлиться. То есть это очень и очень важно, есть медленно, жевать тщательно, потому что пищеварение у нас начинается действительно во рту. У нас во рту не только всем известное образуется альфа-амилаза, и есть такой косвенный признак, когда можно проглотить еду, особенно если вы какую-то углеводистую, сложную углеводистую еду используете, когда у нее привкус становится сладковатый, это действительно то, что наша амилаза начинает расщеплять углеводы, и они сладенькие, они дают вот этот сладкий привкус во рту. У нас содержится липаза во рту, то есть липаза языка. Язык у нас сам непосредственно синтезирует липазы, это ферменты, которые расщепляют жир. У нас огромное количество в слюне содержится веществ, которые обеззараживают еду, в том числе и против вирусов, и против бактерий. Лизоцин там содержится, такое вещество. Ну и так далее, так далее, так далее. Тщательное пережевывание способствует адекватной запуску каскада реакций в желудке. Адекватное количество выработки соляной кислоты. Соляная кислота – это вообще ключевой игрок, которого зависит усвоение дальнейшее переваривание белков. А это очень важно, потому что вот переваривание белков – это опять же каскад определенных превращений белка. И они последовательны. И во главе угла там есть соляная кислота. И если соляная кислота в недостаточном количестве, кислотность неадекватна, то уже даже на уровне поджелудочной железы будет неадекватно работать там трипсин, так называемый фермент, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому тщательно жуйте, обязательно. Еще очень важно садиться, вот есть такое мнение, что максимально такой плотный прием пищи, который содержит большое количество белка, должен проходить максимально расслабленном состоянии, в таком состоянии умиротворения и дзена. Почему? Потому что стресс, он влияет на снижение кислотности в том числе. Да, есть понятие стрессовых язв, но это немножечко более такой тонкий момент, когда нарушаются факторы агрессии, соотношение факторов агрессии и факторов защиты. Так, скажите мне, пожалуйста, даже включу комментарий, у меня был звонок, продолжается ли эфир? Так, вы меня слышите? Да, слышите, да? Все, выключаю комментарий, продолжаем. Ну и вот, поэтому еще раз... Вывод какой? Почему? Любое заболевание – это нарушение, опять же, на уровне биохимии. Вот. И поэтому, именно поэтому нам необходимо для восстановления в том числе и определенные витамины и микроэлементы. И самое главное, нам нужно их усваивать. Усваиваются они чаще всего на уровне тонкого кишечника. И вот здесь действительно... встает тема, опять же, так называемого несуществующего диагноза, хотя на самом деле уже ничего подобного. Я говорю про leaky gut syndrome, синдром протекающего кишечника. Сейчас на конгрессах гастроэнтерологических совершенно всерьез, мне Ира Патянова как раз рассказывала про это, обсуждается тема повышенной тонкокишечной проницаемости. На самом деле никто не говорит о вот этих зияющих дырах между энтероцитами, но тем не менее я что хотела сказать, вот как раз я собиралась вам показать на подмеде количество публикаций, в котором участвовал
Известнейший исследователь, директор Института целиакии в Канаде, доктор Олесио Фасано. Вот 181 публикацию я нашла, в том числе, вот видите, про глютен. И вот он как раз тему тонкокишечной проницаемости изучал очень и очень глубоко. И что интересного он обнаружил? Вообще это физиологический механизм. Вот если представить вот две, сейчас даже поищу какую-нибудь картинку. Давайте в режиме реального времени. Вот, возьмем ликигат и возьмем какие-нибудь картиночки. Поищем, какую бы вам красивую картиночку выбрать. Чтобы попроще. Ну вот. Вот смотрите, вот эта картинка. Сейчас мы ее сделаем побольше на экран. Вот это энтероциты тонкокишечных эпителий. Вот видите, вот эти вот ворсиночки, они как раз и ответственны за усвоение микроэлементов, вот чтобы это попало в кровоток. И вот видите, в кровотоке вот эти клеточки, они находятся в очень плотном контакте. Вот здесь находятся так называемые десмосомы, плотные. Они работают на самом деле по принципу магнита, и это физиологично, потому что вот в этом кровотоке плавают, кстати, не только вот эритроциты, но там плавают еще очень интересные клетки, в частности, так называемые дендритные клетки. Я вам сейчас тоже покажу, как она выглядит, дендритная клетка. Ну вот видите, вот такие красавчики. У них огромные такие отростки. Эта клетка с помощью вот этого отростка захватывает бактерии, вирусы и может их уничтожать. И уничтожает она их как раз, находясь в кровотоке, а вот этот отросток может через вот это отверстие между клетками попасть сюда, захватить патоген и убить его. Ну, вот так вот утрированно. Поэтому вот этот механизм смыкания и размыкания, вот эти десмосомы, они работают по принципу магнита. Это довольно-таки физиологичный процесс. То есть действительно эти клеточки могут образовывать вот эти дырочки и смыкаться. И это нормально. Самое главное, чтобы это не зияло. Чтобы вот все, что находится, видите, вот тут назвали плохая бактерия, токсин, непереваренная еда, не могло постоянно попадать в кровоток. Вот, и там будет уже развиваться реакция со стороны лимфоцитов, они будут вырабатывать антитела против этого и элиминировать из нашего организма. Так вот, то есть это абсолютно довольно-таки физиологичный процесс. Единственное, что он не должен вот быть вот таким перманентным. То есть отработали свою функцию, сомкнулись клетки. Если они все время зияют, а такое бывает при употреблении, при наличии воспаления в кишечнике, при наличии грибковой инфекции, при действительно, вот доктор Олесио Фасано как раз и открыл вот этот эффект зонулина, белка, который синтезируется в нашем организме при потреблении глютена, именно на основании этого, это уже плавно переходим ко второму нашему вопросу сегодняшнего эфира, почему лично я считаю, что тема глютена
для здорового, относительно здорового человека, она должна быть крайне редкой. Вот, потому что вот именно вот это основывается на вот этом физиологическом механизме, что зонулин, поступая в глютен, поступая в наш организм, стимулирует выработку вот этого белка зонулина. Зонулин связывает в просвете кишки внутрипросветный кальций, магний, а именно эти микроэлементы, они ответственны за то, чтобы десмосомы находились в сомкнутом состоянии, вот держали вот эти клеточки очень плотно друг к другу прилегающими, чтобы они были. Вот, и как только это связалось, появляются вот эти дырки, и крупная молекула глютена может оказаться в кровотоке. Глютен – это последовательность аминокислот, такая пептидная такая молекула, и основная его проблема, что вот эта пептидная последовательность аминокислот, она встречается, похожая, в тканях нашего организма. И так как глютен воспринимается довольно-таки чужеродным для нас, наши бета-клетки вырабатывают просто антитела против глютена, но они могут превратиться и в аут-антитела из-за вот этой механизма молекулярной мимикрии, похожести атаковать ткани нашего собственного организма. И это всерьез обсуждаемая среди научной среде теория возникновения аутоиммунных заболеваний. И не учитывать это, конечно же, нельзя. Ну, в общем, я думаю, я надеюсь, что мне удалось вас убедить, почему нужно обращать внимание на состояние желудочно-кишечного тракта, легкий тест, понять, подходит правильное у вас питание или нет. Если проблемы со желудочно-кишечным трактом, это не надо срочно бежать, сдавать какие-то анализы, вы просто утром осматриваете ваш собственный язык. Он должен быть влажный, он должен быть розовый, без налета, без какой-либо географии, без участков дисквамации, эпителия на нем. Должен быть розовый, блестящий, без налета. Если вы наблюдаете у себя такой язык, если у вас отсутствуют жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта, вполне вероятно, что тот образ питания, который вы выбрали для себя, абсолютно вам подходит. И даже если там присутствуют какие-то спорные продукты, потому что, говоря о сегодняшнем нашем последнем вопросе, есть ли идеальная диета, я сразу, забегая вперед, скажу, идеальной диеты не существует, даже для одного индивидуума, в разные периоды его времени, жизни. Поэтому ключевое, на что вы должны ориентироваться, это на ваше самочувствие. Если вы чувствуете себя хорошо, если у вас нет никаких проявлений со стороны внешнего вида, кожи, лицо, опять же, тоже отображение состояния желудочно-кишечного тракта, если вы такие румяные, у вас есть купероз, розация, это, например, косвенный признак гипоацидного состояния желудка. Если есть прыщики, возможно, это проявление синдрома избыточного бактериального роста или кандидоза. То есть наш внешний вид, вот иногда пациент ко мне заходит, и я только по внешнему виду уже могу догадаться, а, собственно говоря, с какими жалобами человек ко мне пришел. Это отличный инструмент. Вообще, вот немножечко отвлекаясь, опять же, от сегодняшней темы, немножко пофилософствовать охота про Инстаграм, Инстаграм-медицину. Я сейчас в таком, знаете, нахожусь в состоянии переосмысления, что ли, этой темы. Я являюсь одним, как мне кажется, из представителей Инстаграм-медицинского сообщества, может быть, на слуху. Вот, и я вижу то, как это было раньше, и то, как это стало сейчас, меня на самом деле, честно говоря, расстраивает. Я вижу, что наше сообщество, к сожалению, плодит ипохондрию. Я по-другому это назвать не могу, потому что сумбур в головах по поводу настолько разношерстной, противоречащей, пугающей информации, возникают вопросы, что делать, кому бежать, что попить для профилактики. Это все неправильно. Мне хотелось, когда я начинала этот свой блог, прежде всего какой-то
ну, вот информирование и формирование вот такой мотивации вовремя обратиться к врачу, не заниматься ни в коем случае самолечением. Объясню опять же тоже сегодня, почему этого делать нельзя. Но вот вижу вот такую тенденцию, сейчас включу даже комментарии, может быть, вы присоединитесь ко мне, покомментируете на эту тему, согласны, не согласны, но меня не радует тема, то, что подогреваются страхи у пациентов, ну вот опять же на каких-то хайповых темах, что мы все, значит, кишим паразитами, все от них сдохнем, вот, рано или поздно, ну, во-первых, всем не секрет, что мы рано или поздно все равно закончим наше существование, но тем не менее демонизировать жизнь внутри нас не надо. Может быть, давайте перескочу и сразу вот на эту хайповую тему «Паразиты» выскажу свое мнение. Долго, ну, согласитесь, что тема сейчас одна из передовых, и действительно она пугает. И я вчера тоже по Инстаграму пошарилась, посмотрела, что по тегу паразиты люди рассказывают, врачи, не только врачи. Честно говоря, я ужаснулась, вот просто ужаснулась, и каким образом подогревается вот этот страх. Я видела удаление, значит, паразита из глаза, червяка вытащили. Я видела, как вот в просвете кишки вот эти червячки кишат. Я видела сердце бьющееся, значит, это и во время операции оттуда, значит, достали ленточного червя. Отвратительно. Выглядит совершенно мерзко и отвратительно. И, честно говоря, пугает. Я сама испугалась, честно. Вот. Но... Что я хочу сказать? Теперь высказываю свое мнение. Так, учитывая, что топовый эфир, я сейчас комментарии снова выключу. Я хочу, чтобы вы прежде всего поняли и были без иллюзий. Мы живем в таком мире, что мы ежедневно, вот прямо волей-неволей, глотаем сотни тысяч яиц глистов. Это даже если вы простерилизуете все и вся, вымочите в перекиси, в соде и в прочем, там, овощи, зелень или, и так далее, вы все равно частичку живой жизни какой-то употребите. Но, опять же, возвращаясь к теме, почему нам надо следить за состоянием желудочно-кишечного тракта. В нашем организме есть огромное количество защитных барьеров, которые это хозяйство просто-напросто переваривает. Вот. И поэтому нужно прежде всего следить за состоянием ЖКТ, за состоянием адекватной кислотности. Потому что если кислотность адекватная, это просто-напросто не приживется. Не приживется. Есть такое исследование, одно из таких хайповых, спорных, когда берут фекалии, замораживают их, далее делают тонкие срезы, которые рассматривают под микроскопом. Что там только не находят. Находят в 100% случаев. Это лишь подтверждает то, что я вам говорю, что мы ежедневно потребляем яйца глистов. Срезы червяков, значит, срезы яиц, находят все. Вопрос ключевой в чем? Это было живое, когда это забиралось, или это было переваренное? Вот. Я склоняюсь все же к теме, что это было переваренное. Поэтому этот тест только из серии «Попугаться». Он используется, некоторые делают вот это исследование под микроскопом их фекалий замороженных. Вот, я этот тест не назначаю, не использую, потому что я и так без этого теста скажу, что там что-нибудь да обнаружат. Далее, специально к сегодняшнему эфиру переворачиваю, опять же, порылась на PubMed.
Сейчас посмотрим. Вот, по-моему. Вот, посмотрите, подборка исследований на запрос Worm Therapy, терапия червями. И первые четыре, смотрите, 2017 год, то есть свежие довольно-таки, 2014 год, 2015 год. Гельминты – альтернативная терапия кишечных заболеваний. Гельминтная терапия или элиминация. Прям исследования эпидемиологическое, иммунологическое и клинические заключения. Человеческая терапия гельминтами для лечения воспалительных заболеваний. Вот очень интересная тема, которая корнями вот идет вот в эти исследования. Смотрите, гельминтное лечение ревматоидного артрита препаратами, которые в своем составе имеют частицы гельминтов. То есть с гельминтами мы живем очень и очень давно в определенном, безусловно, ну, содружество это громко сказано, но тем не менее в каком-то относительном, назовем это, симбиозе. И, безусловно, за годы вот этого сосуществования гельминты, они живые, они точно так же могут на себя брать определенную вот эту агрессию аутоиммунную, которая вместо того, чтобы накинуться на наш собственный организм, она может отвлечься на вот этих червячков. И есть совершенно интереснейшие исследования по поводу терапии неспецифического язвенного колита в лосоглавом, например, заражением. Люди ели яйца вот этого лосоглава и находились в стойкой ремиссии. У меня есть интересная пациентка, мы с ней лечим в тандеме с доктором аутоиммунную алопецию на фоне аутоиммунного тиреидита. И ее одна из также тактик лечения, она с доктором проводит плазмоферез. Так вот этот доктор, который проводит ей плазмоферез, говорит: упаси Боже, даже если обнаружатся гельминты при наличии аутоиммунного заболевания, их трогать. Безусловно, этот вопрос касается, нужно всегда взвешивать все за и против. Имею ли я в виду то, что паразитов вообще не надо лечить? Конечно же, нет. Вот. Вопрос просто в том, насколько они себя проявляют. Вот, проявляют. Если есть проявления клинические, то, безусловно, лечить надо. Теперь вопрос, кто лечит, можно ли проводить вот эти профилактические чистки и прочее, прочее, прочее. Мое мнение, что лечить должен человек, который на этом специализируется. Вот. И, соответственно, тут еще очень важный вопрос, чем лечить. Я больше сторонник классического лечения паразитов, то есть противопаразитарные вот эти препараты противогельминтные. Это должна быть обязательно этапная терапия, то есть действительно, то есть не однократно выпить препарат, через некоторое время нужно пить. Обязательно должна быть параллельная поддержка печени, обязательно должна быть микроэлементная поддержка, иногда противовирусная, потому что на фоне лечения гельминтов вылазят вирусы. Вот, и как я отношусь к натуропатическому лечению гельминтов? Вот, честно, до сих пор не ответила себе на этот вопрос однозначно. И каждый раз, когда на приеме выявляются эти товарищи, я начинаю делегировать, я решаю этот вопрос, когда в дополнение что-то назначаю индивидуально. Кому-то да, что-то назначаю, кому-то даже не трогаю. Есть такой вот пару раз выявляла на приеме свиного цепня.
по антителам, но там антитела были превышены сильно. Плюс параллельно этому был кальпротектин высокий, эозинофильный катионный белок высокий, эозинофилы были высокие. То есть еще все сопутствующие показатели, которые характерны для гельминтной инвазии. И, соответственно, но здесь я ничего сама не назначила. Вот вообще. Почему? Потому что этот паразит – это такой опасный товарищ, но который, если сдохнет внутри, то совместно со своей смертью заберет и жизнь человеческую. Он очень токсичный при гибели. Вот. И суть его элиминации вообще по-хорошему – это его обездвижить, чтобы он своими вот этими крючьями отцепился от стенки кишки. Вот, и его, пардон, выкакать. Вот, вот это вот задача. В общем, по паразитам, надеюсь, свое мнение я сказала. Я категорическая противница лечить анализы. Вот, то есть прежде всего должна быть характерная клиническая картина. И даже если в анализах будет какое-то там незначительное. Ну, превышение эозинофилов – это да, но когда эозинофилы находятся в пределах референса, мое мнение – не буди лихо, пока оно тихо. Вот не надо этого трогать. Вот у меня такое мнение. Давайте я включу комментарии, посмотрю вашу реакцию по поводу… Напишите, что вы думаете по поводу того, что я сказала. Так, пока вы ничего не пишете. Ну ладно. Так, еще одна хайповая тема – тесты на пищевую непереносимость. Здесь у меня более категорическое мнение, я их не люблю. Ну вот прямо… Честно говоря, ну, настолько неоднозначное пока и несовершенное тестирование, что количество ложноотрицательных и ложноположительных результатов в этом тесте, если вы туда за достоверностью, это точно не туда. Но все эти тесты, если придерживаться питания по этим тестам, действительно приносят результат. Более-менее благополучно. На них худеют, на них самочувствие улучшается. Почему? Потому что любая элиминационная стратегия, особенно в таком краткосрочной перспективе, она приводит, ну вот например, известнейший сейчас на рынке нашем тест на пищевую непереносимость, он в своей основе всегда содержит противогрибковую диету. Всегда. Так это великолепная рабочая стратегия. Нужно ли при этом тратить большое количество денег на это тестирование? Вопрос. То есть то, как... Если у вас есть возможность, ну почему бы нет? Ну вот, но вот я говорю, пожалуйста, не за достоверностью к этим тестам, они недостоверны. Вот. Но в целом эффект ожидаемые от использования этой стратегии, он будет практически всегда. Поэтому решать вам. Но вот я вот для того, чтобы вот основывать свои выводы на данных тестах, я их в своей практике не использую. Вот. Что еще я про это хочу сказать? А что использую, собственно говоря, я? Я в любом случае использую элиминационные стратегии питания в той или иной степени выраженности, что ли. То есть это я вот иммунный протокол, и просто палеопротокол, и FODMAP протокол, противокандидный протокол, но сейчас все реже противокандидный использую, потому что он довольно-таки агрессивный. Вообще любая элиминационная диета может оказаться выраженным стрессом для вашего организма. Поэтому нужно быть готовыми. То есть здесь очень важно, что-то сбилась мысль,
отвлеклась на комментарий. Очень важно учитывать исходный вес, какое количество тех же углеводов у вас раньше было в рационе. Ну, две самых частых проблемы на элиминационной стратегии питания – это месячные и волосы. Но если в отношении волос ожидаемо, что через некоторое время определенное количество волос выпадет, потому что действительно они находятся в определенной фазе, и им суждено выпасть. А если мы еще их и подгрузим выводом всякой гадости изнутри нас эти волосы, то есть они, волосы — это вполне себе самодостаточный орган выделения и выведение всего и вся из нашего организма. Именно на этом основано тестирование микроэлементов по волосам. То, естественно, если есть что выводить, то это вместе с волосами и покинет вашу головушку. Обращайте, пожалуйста, внимание, и происходит это чаще всего через месяц-два после старта какой-то диетической стратегии. Вот, и обращайте внимание, растут ли новые. Вот просто берите вот и смотрите, вот вон, видите, у меня есть пара новеньких. Вот, растут ли новые? Если растут новые, значит, есть строительный материал. Если, то есть, такой вот пушочек будет, вот вокруг такой одуванчик может получиться на программе, это значит все хорошо, даже несмотря на то, что волосы выпадают. С месячными сложнее, здесь нужно, важно регулировать здесь действительно количество углеводов, и именно поэтому я редко назначаю кето-диету на старте. Мы можем поиграться иногда, вот когда я человека в более-менее стабильное состояние вывожу, то здесь я очень люблю тему сезонности, и зимой действительно кето иногда очень даже и хорошо заходит, потому что она греет, она сытная, можно поиграться периодическими голоданиями, получить вот этот эффект аутофагии на кето с помощью интервальных голоданий. Но зачастую у меня всегда кето немножечко модифицированы, без молочных продуктов, кроме сливочного масла. То есть для меня, прежде всего, когда ко мне приходит пациент, я оцениваю, что для него является провоспалительным продуктом. Это если есть какие-то проблемы типа аутоиммунного характера. Для меня это чаще всего, ко мне чаще всего обращаются с аутоиммунным тиреидитом. Ну, я же эндокринолог, я все-таки стараюсь работать с теми пациентами, которые являются целевой аудиторией для меня. Безусловно, ко мне приходят и с ревматоидным артритом, и с неспецифическим язвенным колитом. Это да. Вот. Но есть у меня пациенты с склеродермией, есть пациенты с рассеянным склерозом. Но здесь я каждый раз подчеркиваю, что я только в помощь узкому специалисту, не беру на себя больше, чем имею право взять. И еще через какую призму я оцениваю пациента, когда подбираю тот или иной протокол? Это микробиота. А вот здесь уже мы оцениваем и выбираем стратегию питания через призму того, а кого, собственно говоря, мы будем кормить, кроме нас. И если у нас много грибов и бактерий, то здесь уже в плоскости, например, FODMAP протокола или GAPS протокола может лежать выбор диеты или противокандидного протокола. То есть мы думаем, кладя в рот тот или иной продукт, а накормим ли мы нашу микробиоту этим, избыточную, или нет. Вот хороший комментарий. Боюсь пойти на ИП, потому что не знаю, как поддержать себя нутрицептически. И это очень важный момент. Все вот эти протоколы, аутоиммунный протокол, противокандидный протокол, FODMAP протокол, они лечебные протоколы. На них очень долго находиться, вот только на них нельзя. Вот стилем жизни их делать не стоит. Если после лечебного протокола вот у вас возвращается симптоматика обратно, значит,
здесь не вы просто прикрыли немножечко тылы, но не занимались восстановлением. Именно здесь как раз и необходима нутрицептическая поддержка. Да, из еды вы будете определенное количество получать микроэлементов. Более того, если это будет все сделано на основе программы 4R, то есть вы еще дополните ферментами, препаратами, нормализующие кислотность, какие-то вещества, которые подавляют, работают с микробиотой, восстанавливают целостность слизистой, то тогда, восполнив какие-то вы, после расширение рациона питания, уменьшение количества нутрицептиков рано или поздно, конечно же, такое количество пить баночек нет, не будет никакой необходимости. Вот, вы должны себя начать чувствовать хорошо. Вот, поэтому без нутрицептики, вот самостоятельно переходить на питание, это палка о двух концах. Можно получить вау-эффект, а можно получить и неприятные последствия. Поэтому я призываю все-таки это делать в тандеме с доктором. Вот. Ну, у нас, смотрите, от эфира осталось, судя по всему, 10 минут. Я, как всегда, разболталась, на все темы не успела поговорить. Видимо, придется сделать еще один дополнительный эфир по желудочно-кишечному тракту. Вот, я все-таки из заявленных тем хотела все-таки некоторые темы чуть-чуть поговорить. Хотела немножко поговорить свое видение про пробиотики. У меня менялось мнение на использование пробиотиков, и на данном этапе я больше склоняюсь к использованию так называемых метабиотиков. Я стала гораздо меньше назначать пробиотические препараты. Действительно, я считаю, что эффект от них может быть вау, очень хороший, но вот считать, что вы, используя, принимая пробиотик внутрь, заселяете вот вашу микрофлору, очень и очень все-таки спорное. И второй момент, это все равно чужеродный генетический материал, который вы внутрь себя помещаете. В общем, с аутоиммунными заболеваниями я практически перестала назначать пробиотические препараты и стараюсь сделать так, чтобы собственная полезная микрофлора выросла. Это использование ферментированных продуктов, если это показано. При синдроме избыточного бактериального роста этого делать не надо. Это и использование пребиотиков, так называемых, еды для бактерий. Клетчатка, фруктоолигосахариды, мононоолигосахариды и так далее, так далее, так далее. И все больше я полюбила так называемые метабиотики, это метаболиты микрофлоры. Типичный представитель, кстати, хилакфорта. Вот. Бактисубтил – отличный препарат. Актофлор С – это вот то, что есть в аптеках. Пожалуйста, это не призыв скупать это срочно и пить в массовом порядке. Просто озвучиваю. Поподробнее поболтаем когда-то. И вот у меня еще хорошая тема была заявлена. Популярные БАДы для ЖКТ, обратная сторона медали. Ну, все знают. Ну, давайте про глутамин немножечко все-таки скажу, потому что его едят ложками и могут получить это определенные неприятные эффекты. Иногда бывает непереносимость типа вздутия. Он действительно в ЖКТ-программах назначается от 5 грамм и более, и 8 грамм назначается, и 10, и 20 грамм, я знаю, назначают некоторые доктора. Но есть обратная сторона медали. Первый момент. Глутамин, он может участвовать в метаболизме фруктозы, вот, и, соответственно, поддерживать иногда и воспаление, что нежелательно. А второй момент, глутамин может превратиться в глутамат, который обладает эксайтотоксичным эффектом. Что это значит? Это значит возбуждающий, такой нехорошо возбуждающий эффект на нервные клетки. Лена Корнилова мне подсказала по теме, как это можно посмотреть в организме, механизм. Есть такой тест, органические кислоты в моче, и там аспартиковая кислота может свидетельствовать об этом. Но не только, если ее будет много. Также это свидетельствует о закислении организма, то есть, ну, я не люблю, конечно, этот маркетинговый термин «закисление», но я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Вот,
Ребят, эфир заканчивается через 5 минут, на вопросы ответить не успела. Вот, видимо, явно тема обширная, обширнейшая. И я, наверное, просто не буду удалять вот этот пост, а проведу эфир по вопрос-ответ, сделаю по вашим вопросам, потому что хотелось поговорить о бактериофагах, о хеликобактере пилори, о антибиотиках, о диарее. Вот, что я еще сегодня? Был хороший вопрос про ревматоидный артрит и аутоиммунный протокол, что не всегда аутоиммунный протокол помогает. И здесь вопрос использования красного мяса. Что я еще себе подготовила? А, вот, и много информации, не знаю, куда бежать. Вот я немножечко эту тему затронула. Пожалуйста, у меня большая к вам просьба. Вы, пожалуйста, не впадайте в невроз и истерию, читая информацию на страницах Инстаграм. Во-первых, все решаемо. Вот, любая проблема решаема. Во-вторых, обратите внимание прежде всего на себя. Есть ли жалобы? Вот, почитайте, вот какие признаки клинические тех же паразитов существуют. Если у вас есть не трущи в нестандартных местах, там на шее, по линии подбородка, на бедрах, на ягодицах, ну, то есть нестандартная локализация, возможно, стоит задуматься. Ну, много еще разных клинических проявлений. Но вы не пугайтесь и поймите, что специалисты есть, проблему решить можно, но главное, к чему я вас призываю, пожалуйста, не занимайтесь самолечением. Потому что, вот я говорю, вот приводила вам пример про свиного цепня. Вот реально, убьете там каким-нибудь профилактическим приемом противопаразитарного препарата и вместе за ним отправитесь, потому что он токсичный. Вот. Всегда должна быть определенная последовательность лечения и обследования. То есть нужно сначала обратиться к доктору, который вас осмотрит, соберет анамнез, семейный анамнез, генетический анамнез, вот, осмотрит вас, назначит дополнительные методы исследований, только на основании этого сделает выводы и подберет персонализированную схему лечения для вас. Ну вот, в общем-то, как-то так. Надеюсь, эфир вам понравился. Можете написать. Когда следующий эфир? Эфир следующий будет в новом году уже. Вот, это последний эфир в этом году. Спасибо вам за благодарности. Буду ли в Перми в 2019 году проводить прием? Буду. Так, я очень надеюсь, у меня телефон подводит, и видите, он меня предыдущий эфир как-то криво записал. Я очень надеюсь, что эфир сейчас сохранится, и он будет доступен еще как минимум 24 часа в сторис. Вот, не обещаю, честно, потому что техника совершенно живет своей жизнью, а я совершенно с ней не дружна. Вот, но надеюсь, что он сохранится, и я тогда его выложу на YouTube. Выложить на Instagram TV у меня пока не получилось, потому что он криво записался. Все, люблю вас. Всем хорошего настроения предновогоднего. Завтра у меня учеба, увижусь со своими инстаграм-коллегами. И не только. Интересная такая учеба по интерпретации просто банального общего анализа крови. Прикольная, я думаю, будет интересно. Вот. Что-то хотела еще сказать, но забыла. Значит, завтра учеба, а сейчас я пойду проводить время со своими детками. Вот. Пришла специально, чтобы никто мне не мешал, к себе на работу. Вот мой кабинет, могу вам показать. Вот я. Всего хорошего. Пока-пока.